В Украине хотят награждать водителей за жалобы на нарушителей ПДД процентом от штрафа. В Украине хотят вести практику поощрения граждан, которые будут сообщать в полицию о нарушении водителями ПДД, передавать зафиксированные на видео случаи. За это предполагается награда в виде определенного процента от суммы штрафа. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире канала Украина-24. По его словам, соответствующий план реализует министерство вместе с народными депутатами. В настоящее время заканчивается подготовка законопроекта, добавил Геращенко. Замминистра отметил, что уже в некоторых странах Узбекистан, Сербия, есть возможность для каждого водителя установить у себя специальное программное обеспечение. Телефон водителя находится у лобового стекла во время движения. Когда он видит, что кто-то брутально нарушает правила дорожного движения, он кликает на экран телефона, и видео отправляется в полицию, рассказал он. После этого полицейские фиксируют, где произошло нарушение ПДД, кто отправил видео, верифицируется через мобильное приложение ДИЯ, затем по номеру авто устанавливается водитель, и ему отправляют штраф. Геращенко уточнил, что водитель, сообщивший о нарушении на дороге, сможет получить 10% от суммы штрафа, Такое поощрение предлагается в законопроекте. Чтобы это было стимулом для того, чтобы каждый следил за каждым, объяснил заместитель главы МВД. По словам Геращенко, такие новшества станут дополнительным сдерживающим фактором для водителей в плане соблюдения культуры езды и правил вождения. Для чего это нужно? Чтобы у нас на дорогах не было, как в прошлом году, когда погибло 3554 человека, отметил он. Ранее сообщалось, что МВД планирует к 2024 году установить 1,5 тысячи камер для фиксации нарушений ПДД. Для понимания масштабов таких планов отметим, что сейчас их только 92. Напомним также, что президент Владимир Зеленский подписал закон о письмах счастья за нарушения. ПДД.